И снова здравствуйте, мы еще в аэропорту Харьков. Аэропорт. Смотрите, 11:24. Мы уже молодцы. Здесь такой хороший Wi-Fi, что мы уже загрузили ролик на YouTube и запланировали показ его, когда мы уже приземлимся в аэропорту Анталии. Это будет 3 часа, и у вас откроется ролик, как мы отсюда улетаем. Заказали себе кофейку, взяли ноутбук, как раз загрузили все. Так что смотрим ролики, смотрим рекламу, чтобы вам было хорошо и нам хорошо. Чем больше поездок, тем интереснее жизнь, правильно, веселее. Кофеек заказали. Кстати, кофе здесь 45 гривен один с молоком, экспресс. У нас в 12:10 вылет. Вон там вот стоит наш сейчас самолетик. Компания SkyUp. Этой компанией мы еще не летали. Наш самолет только, кстати, прилетел с Анталии. Загружают вещи, вот персонал. Одни ушли, вторые придут. О, наши. О, мы сегодня же в первый раз, кстати, с багажом. Сейчас посмотрим, как будут кидать наши вещи. Смотрите, вот такой аэропорт, что людей сегодня вообще немного. Смотрите, полупустой. Наверное, один наш самолет сегодня летит. Место для Полиня. Одно название. Все, что от него осталось, закрыто из-за карантина. Кафешка здесь такая. Валерка кофе пьет. Кстати, маленький аэропорт по сравнению с Анталией. В Анталии, конечно, аэропорт огромный. И самолеты каждые, наверное, 2 минуты приземляются. Wi-Fi. Единственное, что здесь хорошее. Хороший Wi-Fi. Короче, мы вам признаемся сейчас в одном деликатном преступлении. В общем, 2 дня назад у нас началось насморк, кашель и заболело горло. Температуры нет, но все симптомы какой-то, я сейчас говорю, поэтому я не знаю, ставим мы это или не ставим, потому что у нас же народ перепуган и скажет, а, коронавирус. Но в условиях, как говорится, боевой футболе ромает в окопах. Так как нам сегодня лететь, я не знаю, вот оно как-то все равно, оно сейчас да, лучше, что ли, легче. Это вообще, нос открылся, горло перестало болеть, кашель прошел, хотя мы ничего, кроме парацетамола, да, даже антибиотик хотели уже мы пить. Мы даже не пили парацетамол. Представьте, сегодня. Мы 5 дней назад взяли тур, 5 дней назад, было все нормально. И тут, короче, как начались у меня горло сразу хватает, у Валеры кашель, у обоих насморк. Врача, да не, ну какой все, кашель? Кашель не такой. Главное, чтобы температуры не было, не, то не пропустим. Кашель не такой же, он не душит, просто. Ну да, ну так что вот, видите, все оказывается. Ну, короче, состояние плохое. Очень но плохое. Температура нормальная. Ну как плохое, не очень плохое, нормально. Пофиг. Не, ну такая какой-то слабый. Может, я не знаю, может, это не за это вообще. Так что ну, мы короче, на кофеях, на горячих. Я добегал, я, наверное, добегался по утрам, а я не знаю, что с тобой. Не знаю, у меня просто заложило нос простуда, и горло. Но температуры вообще нет, так что мы вам признаемся, но не знаю, увидите вы это или нет. Чего? Покажи, что ты купил. Ездили на Барабашова, кстати, на днях. Ну, одень. Валера купил себе вот такую маску. Теперь он блатной парень. Теперь вы его будете узнавать только по Адидасу. Это не про наш? 11:30. Наш. Ну, дальше. А теперь меня. А я хотела, в общем, Ютуб. Ютуба нет. Пришлось Инстаграм. Кто на меня в Инстаграме не подписан, быстренько подписываемся. Если будет там активность, я и туда буду выкладывать. Я вот Валере всегда говорю, а смысл туда выкладывать? Активности ноль. Инстаграм, Валан Лайф. Я там стою на заставке. Так что вот. Прикольная маска, Инстаграм, да. Если бы Ютуб, а можно Ютуб найти. Инстаграм, Валан Лайф. Какие маски Валан просто. А то вот это, конечно, намордник. Намордников понавыдавали. Я хотела с камушками, чтобы блестело. Ой, слушай. Так что, короче, дуркуем. Сейчас надо пойти еще в одно место сходить. Вот в это? Да, и там можно... Дунуть. Дунуть. О, пилот уже сидит. Да? Да. Красивый? Все, красивый, нарядный, в беленькой рубашечке.
Все, идем на посадку. Сегодня вообще, если честно... Не на автобус. Скажи, через 5 минут вылетать, мы только идем. Вообще через... людей мало. Сегодня как-то все долго затягиваем, да? Не затягиваем. Ну, только да, что дальше. Друзья, как раз сегодня людей немного. Хочу показать вам наш самолет фирмы SkyUp. Ну так ты знаешь, места здесь побольше, я бы сказала, да? Мне повезло. Я возле иллюминатора, смотрите. Мы над крылом. Я вам сегодня полностью взлет, все ощущения хочу передать, чтобы вы не боялись. Я вам серьезно говорю, это вообще офигенно, не страшно. И я думаю, что у каждого в загашнике где-то есть около 6 тысяч, и вы сможете полететь в прекрасную страну Турцию и наслаждаться Средиземным морем. Ну, там, правда, Эгейское есть, но оно уже холодное, говорят, в октябре. Видите, как красиво? Счастлив? Да, да. Счастлив. Я возле окошка. Слышишь, а места здесь больше, скажи. Помнишь, мы летели вообще? Вау, да. Ух ты, у нас чем будет видно? Будет все видно. Я буду назад снимать и вперед. Хорошего нам взлета и хорошей посадки. Если честно, это самый чистенький, самый новенький из всех троих, что мы были. А мы были Мау, Азур и это Скай. Смотрите, вообще даже и расстояние здесь нормальное, и все игрушки мы нормально влазят. Обычно я вообще думаю, как обычно полный. Да, самолет не полный. Первый раз. Итак, сегодня еще раз повторяю, 12 октября. Время 11:57, 12:10 у нас взлет, 14:45 приземление. Валера уже много масок. Я вообще без масок. Я в них задыхаюсь. Я вообще для меня в Харькове. Мы в Харькове сколько были? Две недели были в Харькове. Для меня я каждый день шла в магазин, я покупала маску. Я вообще не могу к ним привыкнуть. Ну хотя в Турции на меня там быстро одели ее. Сказали $900 штраф без маски. Поэтому там я ее носила, даже не снимала. Ну, в смысле, когда мы ехали куда-то. Так на пляже, конечно, без маски. Максимальный эффект присутствия. Притихается свет. Стоим, блин, уже полдня, выключила камеру. 12:06 уже. Готовимся. А Валерка боится, кстати. Молодости, гад, летал, гад, все время, гад, вообще не боялся. Еще мне рассказывал. А сейчас что-то вот этот у него взлет, да, и тебе... Ну, у тебя еще голова все время болит. Ну, первый раз болела, когда мы летели. Потом уже ни разу не болела. Уши закладывала? Если закладывать уши, говорят, делать вот так. Слушай. Выдавай. Смотри. Начинаем, все, продолжаем. Солнышка нет, желтые крылышки. Особенно, как ты будешь смотреть, как крылья, или как крылья вимашь. Да. Потом ставлю с Фейсбука, помнишь, у меня было прикольно. SkyUp улыбается. SkyUp, да, классно. Мы все время так под крылом идем. Ну, машина впереди. Наверное, проверяет. А, да. А вон машина полетела, да? Проверила. Я надеюсь, хоть что-то будет видно за крылом. Пересядь ее. Да ладно уже. Снимай чуть-чуть. Может назад? Ладно, буду назад и вперед. Может лучше вперед? Разминка перед тренировкой. Ролик будет посвящаться всем тем, кто боится летать. Что здесь ничего страшного нет. О, сейчас будет разгон. Вот он этот край.
Питер, порывы ветра. Важно. Ну, что, сразу на разворот? Правильно, не надо хлопать, уже все. А, сразу в облака попадают. Я знаю, что у нас есть на канале зритель, которая писала, что еще 20 минут очень опасно взлетать и вообще лучше не хлопать. О, все, вообще не видно, где мы летим. И оперный театр, вот это круто. Все, с Богом, ребята. Я вообще не знаю, как он летит. Куда он, видит, куда он летит? Я вообще не могу понять. Это, вот это для меня вообще. Скажи, вот это вот сейчас мой облако. Вот это вот, конечно, страшновато. Смотрите, вообще ничего не видно. Белым-бело, и не посчитает еще. Только хорошо, что наши оранжевые крылья этой фирмы. О-о-о, ты офигел? Яма. О, яма воздушная по себе. Смотри, о, небо. Смотрите, перелетели облака. Ух ты, какая красота. Ух тышка, смотрите, мы над облаками. Какая разница, вот, мы сейчас над облаками. А тут солнышко светит, видите, как классно. Обалдеть! Такого еще не было. Взяли облака. А Харькове туча. Смотрите, как круто. Вот это взлет, я понимаю. Ой, вообще, смотрите, голубое-голубое небо, здесь облака. Обалдеть! Я такого никогда в жизни не видела. Друзья, постараюсь в этот раз максимально передать вам эффекты, все присутствия, все-все-все, продлить вам настроение, себе тоже поднять. Красота! Скажите, круто! Как во сне, смотрите, они как такие прям ватные. Обалдеть! Прям горы облаков. Да, ты говоришь, как он видит. Вот он все видит теперь. Боже, я такое вижу в первый раз. Обалденно. Кто облаками Харькову сыпал? Признавайтесь. Друзья, вы не поверите, как только мы взлетели, стало совершенно другое настроение. В Харькове вообще мрачно. Я Валерия говорю. О, висит. Я говорю, будем продавать машину. Блин, что летать. Потому что это вообще другое. Это вообще, вы смотрите, у вас другое настроение. В Харькове серость, все на работу куда-то бегут. Блин, на 61. Капец, я не знаю, что делать, если честно. Только что, блин, включился капитан и сказал, что мы пролетаем на высоте 11 тысяч метров. Кстати, мы пролетаем на Черное море. Я сказала Валеру, что мне не нравится, блин. Смотрите, везде облака. Ну вот, на Черное море мы сейчас летим. Кстати, самолет, вообще мне эта фирма больше всех нравится. Экипаж супер, везде чистенько, людей немного. Температура в салоне отличная. Красота у нас за бортом вообще великолепная. Облака, облака. Людей поменьше, и сразу стало дышать. Есть чем. Нету такого ажиотажа везде. И очередей на туалет. Кстати, мы первый раз, когда летели, мы были в конце хвоста, и мне очень понравилось, стояла всегда очередь в туалет. В общем, самое классное вот в серединке. Ну, нам всегда везет. Мы уже третий раз, я Валерия говорю, летим с этой стороны и все время над крылом. Самое прикольное
в этой поездке, это то, что в 12.10 мы были в Харькове, сейчас 14.10, уже объявили посадку, пристегнуть ремни, и мы начинаем приземление, да? Ну, посадка долго идет. Долго, конечно. Вот больше всего все боятся взлеты и посадку. Я так сказать, покиньте, не дай бог, не дай бог. Все. Вот этот разворот крутой. А, офигенно. Вот оно. А, обалдеть, смотрите, вот видите. Обалденно. Просимо вас повернутися до своїх місць, переконатися в тому, що всі ваші речі розташовані на багажних колисах. Люди розворачуються. Клас. Розпочайте, що подовжки подала рік виходів. Також просимо вас розпочатися в електронній. Красота. Обалденно. Смотрите, вообще гора будет. Да. Разворачиваемся. О, а тут же на усе. И тут наконец-то полет. Это все ночью до ночи. Спим тут, то спим. Спим. О. А? Вот это вам эффект. Полетаем, называется. Слышишь, а мы тут не были никогда. Бассейн. Алло, скажи мне, был бассейн? Не было, первый раз. Я скажу, капец. Нормально, мы первый раз. Это другой аэропорт или что? А, это, наверное, в другом корпусе мы каком-то. Все время в какие-то новые места. Вот, кстати, паспортный контроль, видите? Все становятся, проходим, паспортный контроль и все. И там ищите свой автобус. Вот табло, смотрите, и вы смотрите, куда ваш багаж. У нас написано Харьков, 104-й банд. Аэропорт Анталия. Красота, да? Где Валерка? И Валерка все снимает. И я все снимаю в этот раз. Вот, кстати, люди с ограниченными возможностями. Кстати, кто спрашивал, я говорила, пишите мне в Facebook. Ого, людей. У нас банд 104. Идем сюда. Вот, SkyUp 4165 Харьков. Сейчас будем искать свои чемоданы. Что? Едут все, а нашего нет. Это знаете, как специально, первый раз и все, и пропал наш чемодан. А вообще пропал. На, держи, мне тяжело вообще. Едут все, так. Так уже позабирали половину, а нашего нет, все. Все, буду я ходить вот в этом. Прикольно, уже все пополучали. Все, Валера, все? Закончилось? Кино закончилось? Валера, скажи хоть слово. Я жду. Мне там как бы пофиг. Ты что, вообще там столько чужих вещей? Капец. А, чужих? Да. Ура! Ура! Теперь я пошла туда, где ты был. У нас маленькая маршруточка. И мы уже приехали в отель. Я маскировался, меня не узнали. Все, едем в отель.
два с половиной часа. Это вообще еще можно поспать. Да, я спросила, 2.5 часа. Хорошо, что летели. Ну, зато смотри, мы получили уже 15.09, выезжаем. Знаешь, можно пошту? Можно. Туалет есть? Нет, туалета нет. Все, красота. Здесь не будет. Эндерим. Эндерим? Эндерим не надо, все. Нам еще 2.5 часа писать. Смотри, так, друзья, ну как всегда, нас завезли на какую-то остановочку. Туалет, кофе, заправка. Здесь можно... Валера вон и пить хочет, и есть уже хочет. У меня ничего нет. Говорю, давай кофе попьем. Кофе, кстати, $2. Вот, ну почем тут кофе? По доллару, по два. Кукуруза почем? $2. Почем кукуруза? $2. Воды, просто воды добавить. Вот еще один автобус привезли. Гранатовый сок. О, вот. А вино гранатовое сколько стоит? $12. $12. Подорожало. Ну, тут, короче, такое. Ой, извините. Да, тут еда. Шаурма. Шаурма, шаурма. Шаурма. Игрушки, сувениры. Ну и, в общем, все... Все едят, все пьют, все берут. Ого, людей. Вот, кстати, наша маршрутка. Личный трансфер. В этот раз у нас вообще манюсенькая, хорошо, но все равно мы пятые, которые попадем последними в отель. Сейчас я покажу, что тут замороженное. Продаю. Ой. Что здесь такое интересненькое? Мороженое вместе. А сколько стоит? Сколько стоит? Больше мороженое. Ага, понятно. 15 лир, 2 евро, $2 и так далее. Все, хорошо, спасибо. Морозиво, Украина? Украина, Украина. Морозиво. Да. Андрей Шевченко. Много мороженого. А би ю би. Конечно, автобусов здесь прям... Смотрите, мы подъехали, мы были одни единственные. Уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь автобусов. Все едут в сторону Алании. Потому что, говорят, там тепло в октябре. Сегодня еще раз рано. 12 октября. И вот, кстати, вот в этот момент, когда у нас сегодня, я видела такую маршрутку, я не понимаю, думаю, как хорошо, что мы не заказали личный трансфер. Потому что все-таки ехать 2.5 часа до Алании. И кто спрашивал у меня, еще раз повторю, трансфер мы заказывали в фирме Enjoy Travel, которая находится в Харькове. Она же есть и в Киеве. Ударилась? Да. Первая остановка. Отель. Сидера Люксери Хотел Спа. Спа энд спа. Пятерка, да, это? Короче, мы туда едем и всех развозим по очереди. Это первый отель, в котором мы остановились. Ну такой, да. Такой красивый. Прикольно то, что вытащили чемоданы такие. И... Человек этот, швейцар, взял чемоданы, сюда поднес, обработал их, короче, такая вот штука, он их так, и все, и тогда только занес, а вот, видите, обработка, дезинфекция, наверное, или что это, вещей, все, мы погнали дальше, наверное. Вот так вот. Еще один отель у нас. Остановочка. Все, остаемся здесь? Да, хочешь посмотри, загляни. Добро пожаловать. А что ты боишься зайти? Ну загляни, идиот. Смотрите, как здесь. Трансатлантик номер 2. Вот это отелище. Называется Сенза. Посмотрим, как со стороны здесь. Вот. Тоже, видите, это 5 звезд.
такой отель. Короче, едешь, одни отели, отель на отеле. Ёпересете. Ну, до моря. Так, прилично идти. Ну, говорят, возят. Вот вилла Sunflower. Ага, четверочка тоже наши отдыхающие. Мы в Алании. Конечно, город шикарный. Хорошего отдыха вам. Да. Так, где ваш отель? Мы посмотрим. Вот это вот, да? А, вот это. Как называется? Монте-Карло. О, я видела его тоже, кстати, обращала на него внимание. Все, удачи вам. Все, удачи. А вон море. Так, вот и наш отель. Да, прикольно. Ой, ну что. Спасибо большое. Здравствуйте. Ох, такой отель симпатичный.